Трепетный и волнительный момент. Первый звонок в этом году прозвенел для 100 первоклашек 12-й школы. Для детей и их родителей это начало важного этапа с новыми друзьями, уроками и увлечениями. С началом учебного года виновников торжества поздравила директор учреждения. У школы очень важная миссия. Но эта миссия не только дать знания по фундаментальным наукам. Наверное, более важная миссия – это разбудить в ваших сердцах любовь к родине. Любовь к нашей замечательной стране, к нашему городу, к нашей области. Я желаю всем в этом учебном году только самых высоких успехов. Педагогический состав в этом году пополнили новые специалисты. Первая учительница – человек, который в буквальном смысле берет еще вчерашних малышей за руку и ведет в мир знаний, достижений и общения. Для классного руководителя первого А-класса Юлии Масляевой это тоже новый интересный опыт. Молодая учительница впервые приехала в Саров из Вознесенского района. Я приехала первый раз в город и взяла первый класс. Для меня это очень волнительное такое событие. Я как будто сама иду в первый класс с детьми и буду с ними чему-то новому учиться. Я хочу из каждого человека сделать самого доброго, самого искреннего, отзывчивого человека. Ну а все остальное мы будем с ними набираться уже здесь, в нашем классе. Не менее волнительный год предстоит ученикам 11 класса. Впереди экзамены выпускной и прощание со школой. Совсем скоро их ждет ответственный период – выбор будущей профессии и жизненного пути. Он очень для меня важен, потому что решается будущее поступление, профессия. Очень хочется выбрать то направление, которое лежит для меня, для моей души, чтобы в будущем я ходила на работу, и мне все нравилось. Я исполнила все свои мечты. Крайний год в этой школе. Мне здесь очень нравится. Коллектив у нас отличный. Хочется с этими ребятами провести самый незабываемый 11 класс, который вообще может быть. Приятным подарком для учащихся стал обновленный стадион, который включил в себя зоны для легкой атлетики, баскетбола, волейбола, мини-футбола, воркаута и отдыха. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.